Ну, в общем, вот так вот в будущем я вижу этот бонсай. Вот до этого изгиба на фото ствол виден, а здесь его сейчас пока во фронтальной части, вот этот участок есть прямой сейчас, да, он пока вверх уходит, из-за чего теряется динамика нижнего ствола. Вот его в перспективе, да, то есть манипуляцию сделать так, что направить его из прямой точки, да, в правую сторону, чтобы усилить общую динамику, грубо говоря, чтобы можно было, ну, чтобы весь ствол был смотрибелен до макушки буквально. И за счет этого, да, усилить общую динамику, в общем, дерево, повысить его эстетическую ценность в разы. И вот такие вот истории, вот эта ветвь, не знаю, насколько она, да, она опустится, но постепенно их опускать. И вот за счет уже кроны, да, проработать так, что уже самим расположением скелетных ветвей объем, да, то есть это не все во фронтальной части, это будет и впереди, и сзади, да, возможно, ствол будет частично закрыт. Но, в общем, плюс-минус вот такое вот динамичное дерево я вижу, в том числе, да, то есть так как сейчас, грубо говоря, весь центр идет равномерно, да, на дерево, поэтому у него слабая такая, знаешь, как... Короче, отсутствует динамика, отсутствует движение, отсутствует его сила, да, из-за того, что вот из-за этого прямого участка. Так что, а если его и ему динамику придать, дерево преображается в разы. И центр макушка, да, в том числе, да, идет, смещается в правую сторону, что усиливает общее движение в таком статическом объекте. Вот такая красота планируется с этого зайчика.